В Арабских Эмиратах сегодня первый день чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills. В Абу-Даби приехали представители 59 стран и регионов. Россия принимает участие в соревнованиях в третий раз, и в этом году у команды большие амбиции. Россияне поборются за медали во всех 52 номинациях, среди которых 3D-моделирование, акватроника, экспедирование грузов и более привычные рабочие специальности, инженерные и строительные технологии, дизайн, специальности сферы услуг. Такое рвение к победе неспроста. Следующий чемпионат мира WorldSkills пройдет в 2019 году в Казани. Организаторы уже рассказали об эстафете флага. Он обойдет все страны мира, которые участвуют в соревнованиях, ну а стартует совсем скоро на церемонии закрытия в Абу-Даби.